Здравствуйте, друзья! Вы на канале Думай Сад. Меня зовут Александра. В этом видео хочу с вами заняться посадкой клубники. В этом году лето было очень дождливым, поэтому немножко мы припоздали с посадкой. Ну да ничего, я думаю, что успеем. Саженцев в этом году много, они хорошо приросли. Сейчас будем выбирать самые красивые и высаживать их на отдельный участок, который мы приготовили заранее. Что ж, приступим. Саженец должен иметь белый корешок, если это хороший саженец этого года. Вот такая у него пяточка. Эту пяточку мы уберем. Уберем остатки отводков. Вот еще один остаточек. Вот так будет выглядеть наш саженец, который будем использовать для посадки клубники. Лучшее средство — это острый и жесткий нож, который поможет вытащить этот саженец. Посмотрите, как он выглядит. Молодой саженец с белыми корешками. Корешки должны быть обязательно белые. Вот еще один желтый листик я уберу. Этот можно использовать. Так я наберу полную миску этих корешков, молоденьких саженцев, которые буду рассаживать уже на грядке, подготовленной под посадку в этом году. Одновременно с посадкой клубники я буду приводить в порядок и те кусты клубники, которые были высажены в прошлом году. Я уберу практически все саженцы, которые образовались в течение этого года, и вычищу кусты. Оставлю их абсолютно чистыми для плодоношения в следующем году. Вот это куст, он довольно большой. Сейчас вот так вот обрежем все усы, которые она в этом году образовала. И вот эту часть срежем. Вот это все уйдет в компост. Останется только чистый кустик без листьев, который буквально в течение недели отрастут новые чистые листики, и куст приготовится к зимовке. Рядом есть саженцы, первые усы, которые она отпустила. Вот, давайте посчитаем. Это вот первый ус, это вот второй. По силе первый ус намного качественнее, и именно такие усы и будем высаживать. Посмотрите, он и в росте довольно большой, и корневая система у него хорошая. Вот такие усы я буду брать для высаживания и посадки клубники в этом году. Вот еще один куст. Сейчас мы его уберем. Эту часть мы убираем. И смотрим его усы. Вот есть красивый саженец. Он не такой большой, но неплохой. Оставим пока.
теперь посмотрим, что здесь. Здесь вот есть неплохой. Его оставим. Вот так он выглядит. А вот и все. Это пойдет в мусор. Вот такие вот небольшие, это уже саженцы третьего порядка. Они практически ничего не получили от маточного куста, поэтому их оставлять для рассады не стоит. Если вы работаете с клубникой первый раз, то должны знать, что вот такие вот кусты, это уже кто-то здесь на вашей грядке поработал. Я думаю, что в моем случае это были личинки майского жука. И в этом месте клубники куст уже пропал. Надо будет подсаживать, если вы оставляете этот участок на следующий год. Красивые саженцы, которые мы заберем. Вот посмотрите, как они выглядят. Мощная корневая система. Сухие листики я уберу. А этот пойдет на рассаду. Вот еще один такой же крупный красивый саженец. Эти больные листики я тоже уберу. Это вот отрежу. А это буду использовать. Вот такой красивый, большой должен быть саженец клубники, который будем высаживать. Он даст на следующий год хороший урожай. Если саженец маленький, плохонький, плохо развивался, то и урожая от него практически не будет. Корешки белые. Это свидетельствует о том, что это молодой саженец. Этот участок мы почистили. Сейчас еще проверим следующие кусты. И так я буду делать по всей грядке, где посажена клубника. Для лучшего укоренения саженцев клубники приготовим специальный раствор. Возьмем корневин. Нужно примерно 1/2 столовой ложечки. Возьмите чистую емкость и туда его отправьте. Теперь добавим сюда или мел, или можно добавить глину. В моем случае это мел. Глины под рукой у меня не оказалось, поэтому я использую белый мел для побелки. Нужно примерно 2-3 столовые ложки. И теперь добавим немного воды. Сделаем своеобразную болтушку для того, чтобы покрыть корни саженцев клубники такой суспензией. Во-первых, мы их закроем от обветривания, а во-вторых, они будут лучше приживаться. Смесь для корней готова, теперь будем использовать ее при посадке клубники. Вот саженцы, которые я заранее приготовила, я показывала, как я это делала. Теперь каждый саженец я буду окунать в приготовленную болтушку и высаживать в грядку, которую подготовили заранее. Нужно, чтобы корень саженца был полностью покрыт этой смесью. В таком случае вы получите хорошее укоренение, и тонкие белые корешки клубники будут покрыты эмульсией, которая не даст им подсыхать, пока они будут прирастать. Процесс прирастания саженцев проходит примерно в течение 10-14 дней. Как только стебли саженцев начнут краснеть, это значит, что уже включилась корневая система, и саженец потихоньку приживается. Ну, конечно, надо поливать время от времени,
В этом году слишком много воды, слишком много дождей, поэтому я практически не поливала, всего лишь два раза. Вот так выглядит клубника, которая уже посажена. Расстояние между рядами примерно 35-40 сантиметров. Я рассаживала в соответствии с расстояниями, на которые у меня заложена капельная система. Теперь будем ждать, пока саженцы клубники приживутся. Всем спасибо за просмотр, за лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Скоро увидимся!